Мы в парке. Мама с нами. В парке возле тара-ля-ля. Мама под деревом на лавочке сидит. Я на лавочке сижу и на деточек гляжу. Все гляжу. И гляжу. И на лавочке сижу. Все приходят, оказывается, с собаками гулять. И с собаками гуляют здесь. Ну, просто специально с собаками, да, вот. Вот уже три собаки ездила. О, смотри, тут еще поле. Да здесь много. Два поля. Но это как спорткомплекс, и при нем как бы парк. Ага. Как они лапками перебирают. Какая грязная вода, ужас. Поэтому они такие вонючие. Господи, утки. Кто? Но утки пахнут, специфический запах, когда их покупают. Посмотри, посмотри, как вот жопа вверх. Да. Ай, как интересно, рыбку он ловит там. И вот они, вот еще две, так же. Что-то ловит там внутри, пусть рыбочек маленький. Очень красивый. Прям даже не могу назвать. Я даже не знала, что мы в такой красивый парк мама, едем. Посмотри, какие цветы, какие. Мама, сегодня будет быстрый торт. Быстрый пирог. Пирожок. Пирожок, как мама сказала. Смотри, как красиво все. И все хотят нарисовать это. И уточки тут. Жалко, что мы хлеба не взяли. Мы бы покормили их. Мы сейчас еще идем дальше, я еще не знаю, что будет дальше, эти все заходики такие. У нас в Тель-Авиве, как это назывался, китайский островок или китайский парк. А тут прям такие вот, ой, красиво, очень, даже с палками гуляла, и без палок. Можем тут гулять еще очень долго, очень красиво, очень бесподобно. Вот и бесплатный кофе. Да, мы можем зашагать.